Для этих ребят капризы погоды – не помеха. К переменчивому поволжскому климату молодежь из стран БРИКС успела привыкнуть в предыдущие годы. Проекты, которые презентуют на саммите – не пустые слова. К примеру, в прошлом году двум парням из Индии и Китая удалось пройти путь от презентации своих проектов до получения гранта на форуме «Евразия Глобал». Мы создали разные проекты. Один из проектов у нас был организовать мероприятие «Международный молодежный форум БРИКС Плюс», где мы хотели организовать не только участники от стран БРИКС, а еще других стран, например, стран СНГ и стран ШОС, потому что они наши соседи рядом, и мы побольше можем реализовать проекты с ними. Задуманный Акилом форум пройдет уже в декабре этого года в Индии. На горизонте и второй проект-победитель по созданию интернет-платформы для русских и китайских студентов. Работа над его реализацией уже на финишной прямой, а выигранные из гранта деньги пойдут на организацию форума, подобного БРИКС, одновременно в России и Китае. Я с моим партнером Марией создал и презентовал этот проект на форуме «Евразия Глобал». Придуманная нами интернет-платформа предназначена для возможности общения между странами. Это очень важно для русских и китайских студентов. Такая коммуникация среди молодежи позволяет активно развивать экономические и структурные связи между странами. Первая смена лагеря посвящена предпринимательству. Наставники и эксперты уверены, все самое лучшее и передовое строится на идеях молодого поколения. Важно лишь задать правильный вектор. Многие из начинающих ребят точно не знают, у них получится или нет. Они начинают опытным путем, а в силу того, что не умеют правильно разобраться, делают многие ошибок. Поэтому у нас, к сожалению, выживаемость в бизнесе 5%. Из 100 человек, которые начали заниматься бизнесом, выживают 5. Наша задача, чтобы таких фальстартов, ошибок было как можно меньше. Развитие молодежной политики, установление дружеских связей между странами – приоритетная задача Ульяновской области. Именно наш регион можно считать передовым в проведении международных форумов. В 2020 году был создан проектный офис России БРИКС на базе фонда «Ульяновск. Культурная столица». В 2020 году прошли обучение более 50 молодых лидеров Ульяновской области. Их научили азам межкультурной коммуникации, молодежному предпринимательству, волонтерству, умению вести переговоры. С тех пор наш календарь проектов пополнился серьезно. Приобретенные навыки помогли ребятам не бояться трудностей и браться за самые смелые проекты. Вторая смена лагеря БРИКС объединит потенциал молодых дизайнеров и архитекторов. Ребята в течение недели будут разрабатывать план схемы нового города-парка, строительство которого запланировано уже на начало 2022 года. И мы подразумеваем, что инвесторы из стран БРИКС примут активное участие и вложат сюда средства на строительство нового города-парка. И отмечу, что этот дизайн-макет будет разработан участниками лагеря. Это то самое практикоориентированное сотрудничество, которое мы стараемся максимально расширять между молодыми лидерами стран объединения «Пятерки». Городок будет строиться на территории экопарка «Русский берег». Здесь же ежегодно планируют проводить мероприятия, которые помогут объединить потенциал молодежи всего мира. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.